Привет! Привет! Меня зовут Тимофей. А я Ирина. И мы очень любим путешествовать. Приглашаем вас посмотреть с нами разные страны и интересные места. Мы рассказываем только о тех городах и странах, в которых были лично. И там, где мы что-то пробовали, проверяли и куда ходили. На нашем сайте вы сможете найти видеоматериалы, которые мы снимали в поездках, об интересных местах, каких-то стандартных и нестандартных. Мы будем публиковать фотоотчеты, где можно будет посмотреть фотографии, а также можно будет найти адреса интересующих вас мест. Мы даем вам рекомендации только нестандартных мест, не посещая музеи, поскольку вы сами сможете их посмотреть либо в интернете, либо живьем. Это всегда интереснее. Опять же, про них много всего написано. И мы не знаем, опять же, хотите ли вы ходить в них или нет. Нам больше интереснее погружение в город, знакомство с жителями, с кухней, с бытом. Об этом мы и рассказываем. Потому что мы город в основном познаем через его улицы, людей и еду. Будем рассказывать вам об интересных местах, которые мы посещаем в Париже. И это будет что-то интересное, локальное, не массовое. Не башня, конечно. Но, я думаю, будет интересно. У нас вы можете посмотреть, каждый город будет делиться на различные разделы, которые стандартные вы сможете искать, типа как пройти, как купить, как поесть, где дешево поесть, где дорого поесть, а также будут какие-то нестандартные ситуации, как любит говорить Тимофей. Как любит говорить Тимофей. И у нас не будет музеев. И не нового музея. Нет, ну может быть мы в какой-то музей пойдем. Ну может быть. Ну в какой-нибудь интересный. Тут в Париже очень много, кстати, нестандартных музеев. Я нашла список, как около 40. Всякие там музеи вина, музеи носа, музеи пальца, там еще что-то. Там прям странные музеи. Так можно все объединить и получится музей человека, который любит вино. Мы сегодня в Лондоне. Если вы смотрите наш канал и наш сайт, смотрите наши серии о Лондоне тоже. Попробуем найти еще какие-то интересные места в Лондоне в этот раз и рассказать вам. Если вы хотите что-то интересное узнать именно для вас, пишите нам комментарии или пишите нам на почту или WhatsApp. Точно. Мы надеемся, наши советы и рекомендации помогут вам в путешествии. А если вы хотите узнать что-то именно для вас, пишите нам, и, возможно, мы разыщем это. Смотрите наши серии, читайте статьи, ставьте лайки, переходите на наши каналы и подписывайтесь на страницы. Да, везде подписывайтесь, все читайте. Мы будем пишите, очень рады. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если хочется, чтобы мы что-то сняли, пишите нам тоже. Скажи что-нибудь еще. Пока. Класс. Да, это мы не ходим по музеям. Я не нажала стоп. Кукуся.